Кто звонит? Где выключить телефон? Ой-ой-ой. И все? Чувак, как ты быстро со мной поговорил. Он мне сказал привет, я что-то и... Какая классная обезьяна. Это Марио, смотри, Винни-Пух, Марио, какая-то обезьяна, Донки Конг, может быть. Собака, лягушка, пень, дитё, синий кактус, супер, ультра-мега какой-то молоко, шарик и слон. И говно. И слон обосрался. Ну, естественно, это страшно. Здесь играет музыка. Здорово, чувак. И все, это тебя надо бояться. Ну просто обосраться. Надо это слушать звуки, они, может, как-то будут топать, ходить. Я не знаю, как такая махина может беззвучно ходить. Это же шар, хотя он может катиться просто. Здорово. Чувак, ты там долго не засиживайся. Добрый вечер, месье. Эй, открой вкладку. Привет! По лицу вижу твое удивление. Ты, наверное, хочешь узнать, что это за сайт такой «Купи-код». Если тебе нужно пополнить свой кошелек в Steam быстро, дешево, а самое главное – безопасно, то тебе стоит обратиться именно сюда. На «Купи-код» ты можешь пополнить свой кошелек в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Просто введи свой логин, используй мой промокод BIRD для снижения комиссии на 2% и выбери удобный способ оплаты. А если тебе нужно купить игру, недоступную в Российской Федерации, купи-код поможет тебе сделать это без проблем. Переходи по ссылке в описании и пополняй свой кошелек в Steam. Оу, тихо. Он улыбается мне, он пришел с улыбкой, он добрый, чего его бояться-то? Да хорош, уйди. Да уйдите, говорю, слышь, улыбчивый. Значит, вот эти два другана за мной будут охотиться. Один тут, и все. Еще срущая обезьяна, как... А, вот она срет. Она, по-моему, никуда не ходит. Это не обезьяна, это бобер. Срущий бобер. Короче, палим двух этих чух... Опа! Опа! Куда сорвался, сука? Ну-ка, вернись. Здорово. Сука, он сейчас придет ко мне. Короче, круглый ходит сюда, квадратный сюда. Так их и палим. Так, ты сидишь? Ты чё, не расстраивайся, чувак. Я же просто... Я не говорил, что ты страшный. Просто я не привык еще к твоему виду. Он расстроился, что я обозвал, наверное. Пойдем, приходи. Я жду тебя, друган. Опа, он пришел. Я ж говорю. Вот, отлично, они уже прослушиваются. О, хорошие вообще красавцы. Со всех сторон. Молодцы. Забаррикадировали. Вы чё? Ну-ка, черти. Бобер сидит. В чем прикол этого бобра-то? Типа он газетку снял, приготовился бежать. С своим сраным хвостом мне по щам, короче, надает. Это самое страшное, что может случиться. Ты побежишь, нет, сегодня? Так что делать с бобром-то? Подожди, он меня напрягает, сучка. Он по-любому побежит. Ой, как все просто палец-то. Все очень просто. Все очень-очень просто. Обезьяна, походу, охерела от того, что она увидела этого улыбающего чувака по-любому. А слон обосрался от того, что увидел круглого. Получается, если мы идем, короче, на камеру с бобром, видим вместо бобра там какашку, значит, он уже бежит к нам. Потому что какашку в унитазе будет видно. Он же не просто так там сидит. Пилюльки. Или это желуди. Что это такое? Вот эта пилюлька похожа на желудь. А это похоже на пилюльку. Непонятно что. Че он сидит-то? У него же он пенек здесь лежит. Он по-любому за ним придет. Ну да, получается, бобер приходит за пеньком. Это вот надо же так вот, сука, нагло так сделать, специально так сделать, чтобы я сидел и привел бобра, который никуда никогда в жизни не побежит. Я реально вам говорю, так оно и придумано. Он просто должен меня паниковать. Я ж говорю, побежит, падла, я ж говорю, побежит. Срущая скотина. Теперь, сука, эту сломаю. Ты кто такой, сука? Ты кто такой еще? Он вылазит! Он вылазит, я тебе отвечаю. Короче, по ходу дела нельзя часто камеру включать, иначе он вылезет полностью.
Тихо-тихо-тихо, мы на весь экран... О-о-о! Это еще что за херня? Ты че, клоун? Одумайся, слышь? Нельзя, сейчас вообще нельзя! Отвечаю, нельзя, прям нельзя и все. Че нельзя? Нельзя камеру открывать, потому что это падла все еще, вторая рука вылезет, он сюда вылезет. Ха-ха-ха! Сука, он же почти здесь! Твою ж мать! Тихо! Тихо! Вот сколько процентов батарейки, откуда я знаю? Сейчас бы закрыл эту дверь, бобра бы не боялся. Вот отвечаю прям вот... не буду вообще бобра смотреть. А-а-а! Он-то пришел, сученька. И ушел, да? Не-не... Нет! Нет, сука! Нет, 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 нет! Уйди, падаль! Почини, Винни-Пух, Марио, у тебя вон есть глазок. Ну, конечно, ага, и кто думал-то вообще? Я не знал, что он дверь мне сломает. А он взял ее, сломал, собака. Ну, заходи, давай. Круглый, заходи. Я готов. Готов, готов. Заходи, давай, давай, давай. Ну. Bitch!